Ему просто надоело жить, или он от старости загнулся. Но это не я его убил, потому что я не могу их убивать. У меня не получается. Им плевать на мои выстрелы. Не надо перегруппировываться. Слава богу. Так. Ну что, долго мне еще выбираться отсюда? Я же до сих пор задание-то, кстати, не выполнил. А вот это уже похоже на распределительные щитки. На главную, в общем. Техническую комнату. Возможно, здесь нам и надо что-то выполнить. Но я сначала почесу локоть. А потом приступлю к размышлениям. Он должен быть где-то здесь. Я и есть здесь. Чужой. Еще больше у вас клоунов, блин. Или я здесь главный клоун? Скорее всего, так. Не надо меня палкой огненной фигачить. Нафиг этот прицел, он не работает. С ним слишком колбасит. А вот так вот, в принципе, можно. Так, у меня есть два заряда от этого дурацкого дефибриллятора. Да что? Тебя, там еще один большой входит. Блин. Ну все, отправляйся в небеса. Довольно комично выглядит. Сейчас меня эти пристрелят, вот это будет комично. Слишком у вас там много, а? Наверху еще этот еще, блин, хочет подойти поздороваться. Не нужно мне твоего здрасте, не нужно мне твоего здрасте, умри просто. Хочешь вставать? Хочешь вставать? Хочешь вставать? Опять наверху кто-то барагозит. Вас просто бесконечное количество какое-то. Вас реально много. Ах вы. Холопы. Все, вроде всех завалил. Дверь закрылась. А сейчас, видимо... Не, ну а чё? О, смотрите, какая красивая взрывная волна полумесяцем. Вот это красиво. Все остальное... Нет, блин! Да куда я все слил? Когда покончу с тобой. Спасибо, не надо. Это лишнее. Это явно ли... Ух.
Неплохой у него тут притончик образовался. А через эти двери я, скорее всего, выйду. Но ценного у него здесь ни черта. Надо самому на этой электростанции засесть и контролировать город. Все. Ничего больше не требуется. Ну да ладно, а. Заколебали. Я только расслабиться хотел. Не тут-то было. Одна обойма осталась. Что делать, если закончатся патроны от основного вооружения? А, все-таки я выбрался. Я выбрался, неужели? Понятно, только начало мучений. Эй, слушай, энергия подается, но за этим надо следить. Почини этот пульт и помоги нашим выбраться. Угостим гадов их же лекарством. Я похож на электрика Васю. Куда полез, блин? Конечно, все одному. Все самому делать. Да ёшкин матрёшкин, что ты от меня требуешь? Я что там, всех перекосил? Да ё... И при чём здесь всё это? Я его малость наэлектризовал, ну ладно. Я не знаю, как это все связано с тем, что происходит там. Нафиг мне все эти ловушки. А, это и есть эти. Вот этому надо помочь. Давай, давай, давай. Оп. Не-не-не-не-не. Еще раз. Мясорубка. Иди, Кредстоун. Он будет рад таким новостям. Все, да. Неужто? Просто прогулка по осеннему парку. Твою мать, в аду. И ни шиша еще я не получу с этого, я чувствую, да? Вот. Банку с краской возьму. Чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие здесь. Мне еще даже ни разу денег-то и не дали, по-моему. За работу. Где моя раздолбанная тачка? На этой бы еще трантать и уехать куда подальше. Что-то далеко не удастся уехать. Так. А здесь еще одна тачка. Да чтоб тебя! Да ладно! Да это еще раз опупеть. Вот только попробуйте сказать мне, что контрольная точка не там. Не по выходу из укрепления. Попробуй еще выбраться, называется. Думал, что конец мучения, а вот нет, блин. Не надо в меня ракетами плеваться, не надо.
Да отвалишь ты, а! Промахнулся. Ладно, вроде отстал. Ой, починка мне встанет в сумму. Минус 3. Ну ладно, терпимо. Что у меня по деньгам? А, нет, нормально, по деньгам тоже, в принципе. Жить можно. Слушай меня внимательно. В городе появились патрули правительства. Они пока не знают, как ты выглядишь, но рисковать все-таки нельзя. Пора бы уж знать. Я везде местная суперзвезда. Будь осторожен, там стражи. Назад! Повязали. Главного ты их, дебилушка, повязали. Парни, что работают с трубами, сказали, что ты сильно достал машины головы. Но ты псих. Ты так и правительство достанешь. Смешно. Ладно, теперь нам надо под землю. Без палева, а если эти сейчас зайдут в гости, правительственные войска. Вот будет весело. Ты должен знать, мутанты появились не из-за космической радиации, принесенной астероидом. Они являются результатом экспериментов правительства с нанотритами и людьми. Неудачных мутантов попросту выбросили, как мусор, в пустошь, где те и размножались. Вот правда, которую нужно рассказать людям. Ну ладно, если ты настаиваешь, иди рассказывай мне. Короче, не зли его, но и особо не сближайся с ним. Теперь о важном. В городе ходят патрули правительства. К счастью, они не знают, как ты выглядишь, но мы должны действовать быстро. Поговори с Лассардом, он расшифровывает данные с твоего диска. Как сказал капитан, нам очень нужна информация с твоего диска. Но обычный дешифратор не позволяет мне считать все данные. Боюсь, чтобы добраться до закрытых данных, мне понадобится еще один дешифратор. Поэтому ты здесь. Капитан получил сообщение с севера. Говорят, в долине шакалов поднялся ковчег. Знаешь, если шакалы наткнулись на ковчег, его обитатели уже мертвы. Но шакалы могли не тронуть сам ковчег. А значит, дешифратор не пострадал, и ты можешь отправиться туда и принести его. Так что иди на север, к долине шакалов, найди ковчег, если он там, и достань дешифратор. Шакалы — крайне опасный бандитский клан. Береги себя. Еще более опасный. Без дешифратора я не смогу добраться до закрытых данных на твоем диске. Ладно, как скажете. Так, нужно нам валить еще один ковчег. Транспорт нужен? Мы готовы. Так, сопротивление и свои пути связи. И доставки припасов. И именно этим я занимаюсь. Обычно за деньги, но героям вроде тебя помогаю бесплатно. Отправиться. А. Не-не-не. Это обратно. В тот город. В первую локацию. Мне это незачем. Мне нужно в гараж. Долбанный лифт, а? Я загнусь, пока так буду кататься туда-сюда. Загнусь от скуки. Так, это все мы починили. Выйти.